теперь Украина. Позором и приговором для страны назвали депутаты Верховной Рады бюджет на следующий год, который сами же и приняли. Баталии в зале заседаний продолжались 18 часов. Главный финансовый документ удалось утвердить только под утро, причем с минимальным перевесом в голосах. Поддержать проект отказались даже некоторые участники правящей коалиции. Они говорят, что бюджет защищает богатых и делает еще беднее бедных. Кто-то и вовсе заявил, документ законодательно закрепляет состояние нищеты украинцев. И даже при этом, по мнению экспертов, многие параметры бюджета недостижимы. Главный финансовый документ Украины был принят под давлением международных кредиторов. В противном случае МВФ грозил перекрыть финансирование страны. Исполнять бюджет предстоит правительству, а его, как сказал по итогам заседания спикер Рады Владимир Гройсман, необходимо переформатировать.